Рыбакит, папа рисует. Привет, друзья, доброе утро, меня зовут Ваня, рисую на канале Рыбакит. А сегодня у нас на Гамарашу субботник. И мы рисуем принцессный, такой субботник у нас. Мы рисуем принцесс, замок принцесс. Теперь карету принцесс рисуют. Рисуем вот такими фломастерами. Классические фломастеры, супер классные, мне нравятся. Фирмы Гамма. Так, принцесса, она едет в карете. Саму принцессу рисовать не будем, не бойся, только карету. Карета у меня будет классная, но мне хотелось бы ее как тыкву нарисовать, хотя, может быть, она просто будет красивая. Давай начнем с колес. Мне кажется, колеса важно нарисовать для кареты. Но она будет карета без лошади, потому что лошадь, если еще рисовать, то еще не влезет. А вот одна карета, она влезет. Рисуем шасси. Вот машинки не рисовали, вот как-то, да, получается. А все-таки, что-то такое, карета, кары, опять-таки, нарисуем. Фломастерами рисуем поэтапно. Раз и два. Два колеса. Карета на двух колесах. У них есть оси. Оси — это центры колес. У них палочки такие, раз, они крутятся, да? Ого, отлично, это нарисовали. Теперь есть шасси. Шасси — это то, на чем держатся колеса. Что за конкурс, субботник? Что нужно сделать? Подождите, вы так спрашиваете. Вы первый раз, видать, на субботнике, и вы спокойно можете поучаствовать. Конкурс очень простой. Делаете рисунок, делаете сторис на открытом аккаунте у себя, пишите «собачка Гамараша», пишите, что нарисовать, и сегодня же можете выиграть рисунок от меня. Так, теперь шасси. Шасси — это вот то, на чем держится. Вот так вот я нарисую. Так вот. Вообще сегодня такой, если даже мальчишки не рисуют со мной сегодня, да, но карету можно нарисовать, мальчишки, это прям за это интересно. Карета будет держаться вот на таких палочках. Вот на таких палочках она вот так, палочка держится, палочка. И еще палочка. Это такая самая основная конструкция, на чем держится карета. Ну, я вот так ее покажу, вот такая же. Это большой такой вот установка, да. Здесь две палочки, железные, к примеру, или деревянные. А колеса, они еще не держатся. Ну, интересно, как они держатся? Что ж, не знаю, но я знаю, что есть рессоры. А рессоры — это такие железные штуки или деревянные, на которых держатся колеса. И мы сейчас можем взять серый цвет и нарисовать рессоры. Если уж мальчишки не могут рисовать принцесс, то они могут рисовать колеса на рессорах. Я думаю, интересно нарисовать рессоры. Это такие пружинки, по-моему, это такие пружинки, которые пружинят. И тогда нашей принцессе очень мягко ехать. Вот так они держатся. Когда карета прыгает, прыг-скок, получается прыг-скок, но это мягкий прыг-скок. Вот такая штука. Это такая техническая часть нашей кареты была. Теперь спицы. Зачем нужны спицы, вы спросите? Ну, многие ребята тоже подумают, но лучше бы сделали сплошное колесо, зачем вот эти дырочки? Во-первых, легче. Во-вторых, спицы, они тоже амортизируют, тоже как-то дрожат, и колеса не так сильно телегут карету нашу трясет не так сильно. Так что вот это полезно сделать. Такая вот у нас карета. А теперь саму карету, саму как бы коробку нарисуем. Я думаю, она будет у нас классная. Смотри, какая мы. Большая и здоровская. Вот так я хочу нарисовать. И она будет большая, красивая. Вот так вот. Раз. И она будет похожа на тыкву. Я хочу придумать такую, как тыкву. Как будто она желтенькая, тыковка такая. Здесь такие окошки. Одно окошко, второе окошко, третье окошко. Принцесса едет. Помнишь же, была такая принцесса, сказка, как на карете она ехала. Вот так мы сделали. Вау, да, волшебство. Как волшебство. Это вот самое... Да, вот это волшебство. Это мальчишки придумали для принцесс, чтобы было прикольно. Закрашиваем. Здесь у нас она будет стильная. Так, это мы закрасили, все, вот теперь понятно, что это такое. Дверку и зелень сверху. Зелень надо, возьму светло-зеленую, она будет красивая, такая вот, как там, например, вот такой листик большой нарисован. И здесь, да, волшебство, бывает волшебство в жизни. Вот так вот.
такие листики красивые, и завитушки для нашей кареты, вот так вот, и сюда, и сюда, и сюда, вот такая карета суперская, закрашиваем листики и добавим более зеленого, у нас фломастеры классные, можно добавлять много цветов, у нас много цветов, есть выбор, я хочу начать с желтого, закрасить ее чуть-чуть желтым, а потом оранжевым. Если ты заметишь, что я закрашиваю быстро, не стараюсь закрашивать так, чтобы совсем-совсем не осталось белых пробелов, да? Бывает так, ребята очень стараются качественно раскрасить. Я стараюсь закрасить быстро, не залезать за края, сделать такую штриховку. Туда-сюда повожу, это называю я раскрашиванием фломастера. Так что, супер, спасибо. Рисуй со мной, делай сторис, я жду ваших сторис. Пока еще ни одной сторис нету, вероятно, завсегда ты как бы... А нет, вот одна уже есть, буду смотреть сейчас. Взял, желтым покрасил, у меня тыква, да, тыква, корона тыква. Карета тыква. И теперь закрашиваем оранжевым. Зачем же я закрашивал сразу желтым, а потом оранжевым? Вот затем и закрашивал. Смотри, я закрашиваю, теперь моя карета получается желто-оранжевая. Я не везде закрашиваю оранжевым, а только кое-где. И получается у меня желто-оранжевая принцесса. Принцессная карета. Такая вот. Красота. Красота. Что есть у кареты? Я так думаю, есть какие-то украшения. Мне бы хотелось их нарисовать. Я их буду рисовать черным, чтобы уже было все видно. Здесь же ручку нарисую. У принцессы открывается карета, будет в две... вот так вот. Дверцы открываются в две стороны. У принцессы есть, у кареты есть наверняка подножка. И мы ее нарисуем. Такая лесенка, чтобы залезать на карету. Правильно? Обязательно ее нарисую. Ок. Так, обведем. Фломастерами очень удобно рисовать именно такие классные рисунки, когда ты можешь что-то выбрать и нарисовать мелкие детали. Здесь рисуем всякие закругляшки, чтобы украсить нашу карету, нашей принцессе, чтобы она была красивая, принцессная, такая явно такая вот, вот самая-самая лучшая карета, которую была бы у тебя бы. Может быть у тебя. Может быть когда-то и будет у тебя такая карета, хотя может быть лучше машина. Хотя карета красива и очень, о-хо-хо, вот такая вот. Внутри хотелось бы нарисовать немножко занавесок. Бывает такое, принцессы и кареты, у них занавеска. Конечно, там внутри красивые все, и я тоже видел такое дело, и там все очень красиво сделают. Занавесочки пошьют, вот так вот, вот так вот, вот так вот, красота. Мы их сейчас обведем, и совсем все здорово. Такая, ну, как домик для принцессы. Они там едут в дальние края. Золушку. Да, примерно Золушку. Но я сейчас Золушку конкретно не рисую. Я все-таки рисую просто принцессную корону. Карету для принцессы. Я не рисую Золушку. Или можно сказать, я ее карету рисую. Может быть, она такая была. Отлично. И я думаю, что получилось здорово. Много мелких деталей. Нарисовать, конечно, ребенку может быть сложновато будет с самого начала. Но вот если он заинтересуется... Вау, что еще можно сделать? Можно разукрасить цветами разными. Во-первых, зеленый цвет я хотел закрасить. Здесь листочки подкрасить. А еще хочу всякие полосочки нарисовать. Красивые. Возьми красный цвет и добавь, например, какие-то узоры для кареты. Вот здесь вот. Очень будет красиво смотреть. У нас декоративная карета будет супер-супер-супер. 100% декорации. И еще не забудь. Смотри, принцесса едет, а чтобы она как выглядела в окошко, да, сказка. Она бы смотрела, например, на красивые цветочки. И можно здесь цветочки нарисовать. Вот здесь у нее. Вот здесь. Это красиво тоже. А цветочки зеленые и красные. Ну, такие красные маки или тюльпаны здесь какие-то растут. Вот такие вот здесь. Отлично. И не забудь сами коробочки. Тут я с самого начала не придумал это, только что сейчас придумал. Но мне кажется, тут то здорово. Вот так вот. Хоп. А нужно ли номер принцессы? Вот здесь вот такой номер. Не знаю, может быть и стоит придумать. Сейчас важно с госномерами ездить, а то это все-таки средство передвижения. Вот такая у нас принцессная карета получилась. Карета для принцессы. Я шучу, конечно, как называли. Принцессная карета. Это все-таки карета для принцессы. Здесь много булыжничков, и она едет на бал. На бал, и это карета Золушки, как мне подсказывают. Я думаю, тоже. Вот такая карета.
Вау, мне супер нравится. Я ее только что придумал и прям очень рад, что красота. Спасибо за лайки. Если вы хотите такую нарисовать, то все это будет сохранено здесь, на Gamma Russia, в HTV. И на YouTube тоже появится. В течение недели я выкладываю эти ролики за то, что мы нарисовали в субботу. Это все выкладывается в течение недели, потому что роликов много, так что рисунков много. Спасибо за участие. Если вы делаете сторис, я одно вижу пока что. Хотя иногда и 300 бывает. Ну, почему сегодня такой выходной день, наверное, нету силы, ребят, рисовать, но есть силы смотреть.